Всем привет, дорогие друзья! Я свой канал, свой среди своих кулинарий. А это значит, что мы сегодня приготовим с вами замечательную, какую-нибудь чудесную, очень вкусную настойку. Друзья мои, предлагаю вернуться к теме немножко несочетаемых ингредиентов. И сегодня у нас будет такая замечательная настойка, пряная. Делать мы будем на основе вот таких вот барбарисок. Кто помнит из детства, да, вот эти вкусные конфетки барбарисы с приятным ароматом и интересные кислинки. Значит, на 0,5 литра я беру 1, 2, 3, 4, 5, 8 штук. Так, друзья мои, добавляем ваниль, чтобы не было, опять же, вопросов. 1,5 грамма у меня пойдет именно ванильки на 0,5 литра. Так. Открываем и полностью отправляем сюда, в нашу емкость. Заливаем 45-градусным сортировочкой, ректификатиком. Ох, не знаю кому как, мне ваниль очень нравится, уже приятный запах идет. Можно здесь, смотрите, друзья, предвижу вопросы. Может возникнуть вопрос, можно ли оставить вот таким вот образом, не растворять барбариски. В принципе, можно. Также можно вот эти барбариски, собственно, растворить прямо сейчас. Мы оставим, а дальше уже с вами продолжим и сделаем все как надо. Так, теперь немножко нашу алкогольную основу с компонентами убираем в сторонку. И берем такой интересный ингредиент, как тмин. Притом у нас он идет не обычный тмин, друзья, а черный тмин. Вот так вот он примерно выглядит. Берем с вами тару. Так, весы. Соответственно, отариваем. И завешиваем. У меня вышло 11 грамм. Это получается на 0,5 литра. Пересыпаем. На марлю. Так. Ну и соответственно, сейчас это все дело подвяжем. То есть вы, ну, всем уже понятно, что это у нас будет висельник. Подвязан таким вот образом. Поплотнее. Естественно, друзья мои, просто сейчас вот так вот взять, подвесить тмин. Ароматики, мы получим какую-то ароматику, но она будет у нас минимальная. Поэтому нам необходимо будет запарить тмин. А для этого, друзья мои, мы сейчас с вами перейдем на печку. А на печке, друзья мои, стоит моя боевая кастрюлька специально для таких вот мероприятий. Кладем ситце и оставляем тмин над кипящей водой. То есть таким образом мы создаем с вами паровую баню. В течение 15 минут мы с вами распариваем тмин. По прошествию времени, друзья мои, мы видим, что он уже достаточно у нас с вами распарился. Вот, немножко даже перешло у нас в воду. И сразу же сейчас, в данный момент, пока он у нас не остыл, несем его вот. Как раз смотрим, у нас опалесценция спала. Вот. Подвешиваем над нашей алкогольной основой. Подвешиваем на расстоянии где-то 5 сантиметров. Все. Таким образом, друзья мои, мы оставляем нашу баночку с вами на 7 дней. Через 7 дней с вами обязательно увидимся и продолжим. Что, дорогие друзья, спустя время прошу обратить внимание. Здесь вот такая интересная ситуация сложилась. Посмотрите, как у нас растворились именно барбариски самостоятельно, да? Видно прям, что они на самом дне. Вот. И также вот в данной ситуации сейчас, не знаю, насколько будет Женек видно на камеру. Хотелось бы показать, как вот экстракция, она сама по себе вот именно сейчас, как она работает, можно сказать. То есть вот пары спирта, они поднимаются, концентрируются именно вот на мини данной ситуации и капают вниз. Мы вот можем наблюдать, вот он сам экстракт внизу. Вот. То есть вот такая вот
Ситуация у нас интересная получилась с напитком. Вот. Достаем спиртмин. Как мы видим, он достаточно у нас проспиртованный. И переливаем сам напиток в емкость для хранения последующего и стабилизации. Так. Марлю и так далее я ничего не использую, потому что напиток не нуждается в фильтрации. Вот. Оп. Карамельки. Да, за счет, друзья мои, за счет карамелек у нас все это дело не совсем поместилось в бутылочку. Сейчас мы кое-что часть отольем и вернемся с вами уже к процессу дегустации. Ну что, ребята, получили мы вот такой приятный цвет. Конечно же, мы с вами понимаем, что в карамельках используется некоторая доля красителя. Вот. Но тем не менее, если для детей данный краситель допустим в процессе употребления там, конфет, да, то для взрослых, я думаю, ущерба будет меньше, чем от водки. Поэтому, друзья, дегустируем, пробуем, что получилось. Так. Практически такой прозрачный, даже цвет у нас вышел. Интересный. В рюмках очень. Вообще. В рюмках вообще, да. Прозрачный, с легким, нежным таким красноватым оттенком, друзья. Пробуем на аромат. Так. Ну хорошо. Чувствуется барбарис, да? Несмотря на львиную долю ванили, чувствуется барбариска. По-моему, тмин тоже. Нет? Тмин, да, но он на втором месте, где-то так вот вдалеке чуть-чуть. Ну, попробуем на вкус. Ребят, сладковат, кисло-сладенький напиток барбарисовый. Очень вкусный, приятная, нежная, при том должен отметить, нежная послевкусие тмина идет, очень приятная. И легкая ванильная долька, несмотря на то, что мы фигакали, даже когда, сколько мы, полтора, ну пачку мы засадили. Пачка там полтора грамма, да. Так что, друзья, должен отметить, что ближе, можно сказать, либо к сладким настойкам, либо к ликерам. То есть можно добавить кусочки льда, но крепость здесь внушительная, поэтому пейте его аккуратно, вот, сильно не усугубляйте. Зачетный напиток, очень интересный рецепт, друзья мои, так что пробуйте, пейте свое, облагораживайте свои напитки, главное, пейте всегда в меру, без излишеств. Ну а с вами был Свой, всем пока, друзья.